Йоу, всем привет! С вами снова Весельчак, и это игра Brawl Stars. Да, ребята, я помню про эту игру. Я давно уже не снимал про нее ролики, и вот решил зайти, снять вам. Может, что новое вышло. Итак, как мы видим, тренер Майк у нас появился в магазине. Это новый скин. Особый модель имеет эффект анимации, материал. Но у меня не хватает гемов, поэтому не получится. Так, нас уже приглашают играть. Ну, давайте для начала посмотрим, что у нас в магазине. Леон со скином Акула. 520 карточек. Особая акция, плюс бесплатные монетки. Ну, акция там 2000 удвоения, ну, мне не очень. И давайте глянем, звездный магазин тоже не очень. Итак, пойдем играть. Я буду сейчас играть за Биби, как вы видите, могли заметить. И, ребят, у меня уже появился Барли 9 уровня. Так что, думаю, скоро будет звезда выпадать. Да, вы этого не видели, но после этой игры я вам покажу. Так, надеюсь, я там хоть кого-то убью. Да, я убил. Как так? Я помню, убил. Да, мой напарник взял Мордиса и проиграл. Обидно. Так, а давайте зажмем его. Чё, дружок, со мной не хочешь поиграть? Мне с тобой очень легко играть. Давай, давай, давай. Один раз кину тебя. Опа. Так, у него ульта готова. Это опасно. На тебе. Да я добью, надеюсь, блин, не добил. Теперь главное, чтобы я не умер. Сегодня, ребят, я планирую пройти хотя бы все режимы, чтобы получить звезды и, может быть, открыть ящики. Ну, разумеется, которые я сегодня получу. Так, добьем ему ульту и добьем. Пособираем все улучшения. Может, сейчас нам помогают. И идем дальше. Так, остался один человек, так их уже двое. Играем аккуратно. Кстати, это новый персонаж Джеки. И как вы видите, ники очень даже похожи. Даже чересчур. Блин, придется обойти через туман. Как возможно, что он еще не так близко. Вот не надо тут ничего такого делать. Ах, робот добил. Печально. Ну ничего, бывает. Второе место тоже неплохо. Для всех кубков. Люди у меня все равно 17 рангов. Наиграл уже немало, надо сказать. Ну раз. Мой друг захотел поиграть еще в таком же составе, значит, будем играть дальше. Но надо будет переключиться на другие режимы еще. Так, ну, как вы видите, 4 улучшения сразу, это жестко. Так, 8 бит попался, и он умирает. Согласитесь, ребят, очень быстро он умер. Так, главное, сейчас всю тиму завалю. Вот так вот. И еще одного. Да, я вот это промазал, я заметил, извините меня, моя ошибка. Ну чего ж, бывает. Забыл просто прицелиться, ну, из-за этого-то и... Опа, еще одну тему в соло вырубил. Да, ребят, для кого-то я топ, для кого-то нуб, но как он не играет, все равно нормально. Так, ну стрелять будешь еще? Будешь, будешь. Реши, давай. Вау. Маркиру-то я снес моментально. Ребят, с одной тычки считать. На тебе. Что ты на меня полезла? Так, может, ты справишься? Я понял, не справился. Ну ничего, я уже выношу с одной тычки всех. Поэтому это хорошо. Главное, чтобы меня сейчас не добили. Может, появится через одну секунду, все, он появился. Теперь главное на робота пусть не идет. Ладно. Значит, мне надо пушить. Оу! Как вовремя возродился, только это уже не поможет. Ну вот о чем я говорил, это даже не помогло. Там пузырь почти что моментально убил. Плюс еще и робот бахнул, так что это. Наверное, нет. Так, ребята, идем менять. Забыть. Давайте сначала заберем все. Идем в захват кристаллов. Так как выпал у нас ящик, мы можем его открыть. Как раз нам выпадает Биби, это отлично, как по мне. Так, Биби у меня 6 уровня. И вот Барли, вот как раз 9, то, что я вам говорил. Так, пойдем играть. Кстати, ребят, я только что заметил, у моего друга Морти с 1 уровня. А я 6. Это, конечно, не очень нормальный будет баланс в стимах, но вроде бы там по кубкам считается. Кто знает точно, напишите. Блин. О, 12 хп, ё-моё, вот это живо. Так, интересно. О, вот это Барли, конечно, тащит. На, минус. Я тебя убью, ты ж не уйдешь, друг. Вот такой вот я. На, я тебя добью. Это же просто без проблем. Друг, это ты зря. Еще минус. Теперь главное уходить, а то я умру. Так, кинули на распаун. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Зажали просто. Барли, конечно, красиво ультанул, зажал меня. Я не вовремя остановился из этого сдох.
Но сейчас у нас очень мало шансов. Это если Мортис, я или там... Оу, Примус все-таки попал ультой. То, что я хотел сказать, что двое хотя попал ультой, тогда мы, может быть, выиграем. Сейчас попал... Блин, сейчас забирает последний кристалл. Обидно, надо убить хотя бы одного. Кого-то одного надо убить из них. И я выбираю Барли, как он самый хилый. Отлично, убил. Теперь, смогу ли я ультой попасть? Так, ладно, я понял, мне надо уходить, чтобы меня, если что, не добили. А теперь я почему-то решил полезть. О, все равно у них 10. Ладно, может, заходит, у него мало хп, его бату пошотнули, а где наш Эль Примо? Эль Примо, прием! Где, дружок? Не повезло нам на этот раз. Надо будет еще одну сыграть. Давайте теперь поменяем персонажа. Раз там первый уровень силы, давайте сравняем шансы наши. И возьмем персонажа. А, тоже с первым уровнем силы можно. Это Био. Так, ждем моего напарника. Кстати, ребят, мне тут карточки выпадают. Следующим 150. Фу, седьмой уровень силы. Ладно, погнали, проверим как. Да, давно я не играл в Brawl Stars. Наверное, уже недели две. Если не больше. Так. После того, как мы получим победу... О, это что было? Неужели это гаджет, который добавили в прошлом обновлении? Блин, не надели. Окей, они же тратятся, я вот не понимаю, в чем прикол сейчас тратить. Ну, я одного убил. Давай. Да что, там все умирает так быстро. Я понимаю, я лезу в кучу. Минус. Давай, хорош! Сейчас минус 2, да, хорош вообще. Сейчас бы сейчас помню, как персонаж называется. Блин, я хотел отменить. Ладно уже. Это как, под 2 КТП. Ай, больно. Роза, добивай. Брок, вроде бы так называется этот персонаж, за которого играет мой друг. Надеюсь, я не ошибаюсь. Если я все-таки ошибся, простите, дурака. Ульта пошла. Минус 1. О, это была моя ошибка. Я подумал, что у моих друзей хватает кристаллов. В итоге я умер и все через билты. Так, надо защищать моего друга, потому что будет плохо, если я его убью. И красивая ульта. Блин, некрасивая. Ладно, пускай Роза забирается. Да ё-моё, я что-то в этом раунде вообще не могу туда попасть. Ну зато мы всех убиваем, 6 секунд, они не успеют его найти. Хотя я на самом деле не очень рад, когда вот так вот сели в пустые и стоят. Ну, блин, ну это нечестно, можно так считать. Да, давайте глянем сейчас, как это персонажа зовут. Надеюсь, я не ошибся, Брок? Или не Брок? Просто легче там назвать его Нега, но никто не обрадуется. Да, это Брок, всё. Я его вспомнил. Так, погнали, теперь мой любимый режим — это футбол. Так, смотрим, что у нас в чате. Ага. Чё, без проблем, сейчас найдем Эмс. Мой друг захотел, чтобы я взял Эмс. Сейчас мы найдем, она второго уровня силы у меня. И можем идти. Мне нравится вот её эмоция, так сказать. Во время того, как ее выбираешь, можно так назвать, ну типа, когда она корчит разные рожицы. И по мне это прикольно. Кстати, ребят, если кто знает, от чего зависит урон ее, то напишите, просто я вот бывает вижу цифры, я знаю, типа по 500, допустим, за секунду она бьет. То есть, чем дольше ты там находишься, тем дольше, ну, больше урон получать будет, максимум, допустим, 1500. Но как-то у меня получалось, что за секунду по 1000 выносило, вот это вот мне интересно. Так, и как там кристаллы забрать? Может, не выйдешь? Сучку лезь, а то умрешь, О, вот это жестко было. Не надо так делать, плюс. А что такое не стреляет? Я тоже умею стрелять. Только у меня перезаряд, ну прикольно. Опа, джин, здорово. Ой, Макс, ёма. Так, ну у них покруче прокачка, Может, не надо, друзья. Давайте мы пока издалека постреляем, по вам, а вы нас будете трогать. Окей? Без проблем. Лена? О, спасибо, спасибо, давайте. Ой, друг, ну зачем так? Блин. Брок, беги. Гаджеты есть у тебя, ну ё-моё. Вот, смотрите, эмоции. Когда народ это корчит во время селфи. Так, ладно. Давайте. Блин. А я био возьму, ё-моё. Пошли. Я футбол хотел, вернись. Блин, я футбол хотел, ну зачем? Ладно. Ребят, кто не знает, как качать персонажа с именно вот ранга. Ну, я имею в виду, типа, качать ему ранг, но, допустим, с первым уровнем силы. Просто идите в этот режим 2 на 2. Не на 1 на 1, ну, типа, не 1 на 1, это каждый сам для себя, я имею в виду.
Потому что вот, смотрите, если 2-2 пойти, то ваша память будет набивать вот эти вот улучшения, а вы просто стрелять будете. Если за ту же бия играть, то у вас урона будет дах и ниша. Так что это считайте вам в плюс. Да, правда, главное не попадаться, а то вы умрете. Так как мне кажется, сейчас я вам... Так что, нет, я уже живой. Правда, они там все кусты проверяют. Не выходи, не выходи, дружок. Блин. Ой, ё-моё. Что ж вы все из тех кустов, блин, повылазили, ё-моё. Это ж невозможно просто выжить. Вот сейчас, живи, 8 секунд, 7, 6, не туда прыгаешь. О, хорош, 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 давай, давай. Все, отлично. Я возвращаюсь, теперь мне главное надбить. Так, блин. Мне кажется, там Макс сидел, да, о, ну, здорово. Тычку получил. Куда полез? Она же больно бьет. Ё-моё, сколько я 2 ульта сразу кинул, блин. Минус, ребята, я убил уже. Так, нифига себе, там улучшение уже под 13 штук пошло. Что мне делать? Ребята, что мне делать? Там еще и турелька, ну блин. Джейси с одной тычки почти под 3к снесла. Вот, ребята, пожалуйста, плюс 7 кубков. Видите, с первым уровнем силы, это вообще отлично. Так, ну я все-таки футбол хочу. Какой же скин выбрать? Давайте розовый, зря я что ли покупал его. Пошли. Вау. Скин на Кольта. Прикольно. А у меня розовый как-то, что-то еще. Так, Эль Прима у нас со звездой, вы это видите. Ой, не надо на меня. Мне вот интересно, откуда у него уже мста появилась. Ну ладно. Да я тебя убью, ты не убьешь. Че, Эль Прима, не подойти, да? Подошел. Я тебя понял, ты бессмертный, бесстрашный. Ну как и всегда. О, хороший бил Макса. Только ты сейчас умрёшь? Блин. Зато я мяч выкинул. Ой, да ловите свой мяч! Ё-моё. Как так можно играть? Видите, что готовится ультовать с помощью мяча? А, вы посмотрите еще, ребят. Эль Прима специально вот вырубает меня. Да еще и Кольт что-то стал на месте. Но Эль Прима специально вот идет первого меня вырубает. И боится меня. Давайте вот так еще сделаем. Опа. Вот это меня не... Вот это не задел, но забил. Сыграли мы, конечно, не лучше всех. Играть мы будем только в футбол. И я сейчас буду играть за Джина. Так, ребят, на кого мне карты надо? Так. Давайте карты возьмем на... Нет. Где Эль Прима? Давайте на Эль Прима возьмем. Он у меня-то уже почти 8-го. Да, кстати, ребят, я только что заметил, там сундучки почти накопились, типа... Под конец будет открытие. Так. Интересно, я было забил? Нет, не я забил. Но все равно хорошо. Так, ну все, забивает, там ничего нету. Спасибо, хорошо промазал, друг. Но я в ворота снесу лучше. Иди сюда. Я сейчас вам не дам забить, это невозможно будет, ребят, у меня ульта там дикая. Ой, я правда промазал пушки, но пофиг. Да верните вы мяч мне! Вот это я, конечно, дал! Неожиданно мне мяч кинули. Блин, вообще неожиданно. Я думал, она вперед даст пас, а то, что я было и притянул. А у меня издалека тоже носят тычки. Так что, вы далеко не спрячьте. Опа, дружок, спасибо. О-хо-хо! Друг, спасибо тебе! Глядя, сколько хп у Дэри осталось. 76 ебать. Как он там выжил еще? Так, минус Бу. Минус Дэри. Я сейчас умру. На, я забью. Я умру, но я забью. И это наша победа. Самый ценный игрок команды. Ну, логично. Вот так вот надо играть за Джина. Так, ребята, открываем садочки. Жалко, конечно, мы все режимы не отыграли, но... Я думаю, для возвращения нормально. Так что, всем спасибо за просмотр. Разумеется, ждите следующих роликов. И насчет выбора интро. Ребят, ссылка на видео с интро будет в описании. Пишите в комментариях, какое вам больше понравилось. И именно это интро станет постоянно на моем канале. Всем спасибо за просмотр. Повторяю, конечно. И до новых встреч.